Начинается матч между командами «Черноморочка», город Новороссийск, и команда «Московская гандбольная академия», город Москва. Официальные лица команды «Черноморочка» – главный тренер, мастер спорта Дмитрий Александрович Шелудько. Тренер команды, мастер спорта Никита Александрович Дымченко. Официальные лица команды «Московская гандбольная академия» – главный тренер Александр Вячеславович Романов. Арбитры на площадке, судьи всероссийской категории, представители города Краснодар Андрей Будагов и Руслан Ханмагомедов. Продолжаем первый игровой на втором туре чемпионата России по пляжному футболу. Место встречи все то же, Анапа. Организатор все тот же, гандбольный клуб «Черноморочка». И именно «Черноморочка» сейчас будет играть против Московской гандбольной академии. В первых матчах команды завершили по-разному. Команды Московская гандбольная академия в серии булитов проиграла Краснодарскому краю. Причем это была единственная серия булитов за сегодня пока что. Ну а «Черноморочка» легко обыграла Кубгу, аутсайдера, 2-0. И надеется, конечно, одержать и сегодня победу. По-прежнему для всех, кто только подключился, я говорю, что комментирую для вас эту встречу сегодня я, Мария Болотько. Ну а организует трансляции как раз-таки гандбольный клуб «Черноморочка». У нас сегодня красивая картинка с повторами, крупными планами, флеш-интервью, инфографикой, так что благодарим «Черноморочку». Ну а вбрасывание выигрывает Московская гандбольная академия, мяч в руках Валерии Моревой, и она начинает свою атаку. Меняется с Владой Усольцевой, именно Влада будет сегодня джокером, по крайней мере в первой атаке, ну а Елизавета Диченко начинает в воротах «Черноморочки». Первая атака «Москвичек» завершается неудачно. Не поняли друг друга гандболистки. И Диченко отправляет свою команду в атаку. Слышим мы сразу болельщиков. Приезжают тут поддержать «Черноморочку». И первый бросок уже южной команды. Атаковала Анастасия Зотина, но парирует, готова к этому броску Валерия Морева. Счет по-прежнему не открыт. 0-0. Ну а вместо Усольцевой теперь джокером выходит Виктория Юрченкова. И она отдает пасовую линию. А Лиза Диченко снова вступает в игру и действует блестяще. Пока еще никто не может выйти вперед. 0-0. Уже минута пробежала, а соперницы не собираются забрасывать, видимо, сегодня. Зотиной проатаковать не дали. И снова Морева, но нет. Теперь все-таки нарушены правила, и будет удаление и пенальти. Московская гандбольная академия назначила 6-метровый штрафной бросок. И на 6-метровой Екатерина Нефедова. Именно она открывает счет в этой встрече. 2-0. Повела «Черноморочка». В принципе, все пенальти Нефедова реализовала и в матче против Кубгу. Ну а МГА все никак не может открыть счет своим голам. Лиза Чернышова не реализует этот момент. 2-0 счет. Прежняя Лиза Диченко снова блистает в воротах. В этот раз она не отражала мяч, он прошел мимо, но, конечно, заняла правильную дистанцию. А здесь бросок джокера и парирует его Лера Морева. Казалось бы, ничто не помешает Илине Сивоваловой забросить, но что-то да помешает. Это что-то Валерия Морева. Но все еще без голов МГА. Чернышова сейчас на левом краю. Ну, а атака идет справа, и вот он первый гол теперь для МГА. А между тем, полторы минуты прошло, а 2-2 только.
очень активно обороняются команды. Пивовал руководит действиями подруг по команде. Снова не мог проиграть Морю. Оказалось, что Лера тут даже не двинулась, но буквально в нее мяч пришел. И вот бросок в пустые ворота. 4-2. Теперь уже МГА впереди. Не успели поменяться. Попали в Мурку, значит, быть гол. Ну и вот, сразу же сравнивает Черноморочка. Величко смело отлетится, а пас ей отдала Арина Сергеенко. Ну и за кадром, пока нам показывали повтор, остался еще один клуб МГА, впереди. И тут еще и Черноморочка спешит в атаке, ошибается и упускает возможность сравнять счет в этой встрече, в этом сете пока что. Усольцева отдает хорошую передачу в линию, и здесь уже Лиза Дьяченко бессильна, 8-4, увеличивает преимущество МГА. Хороший пас от Усольцевой, ну и гол от Татьяны Гульцевой. Над руками Лизы Дьяченко мяч проходит. И сокращает отставание Черноморочка. 6-8. Номер 8 отличилась. Это Полина Толстокорая. 6-8. Минимальное преимущество МГА. Ну вот если Черноморочка в первом матче катком прошла по сопернику, то МГА как раз не привыкать в таких играх мяч в мяч, потому что с Краснодарским краем и первый сет, и второй завершился с разницей лишь в 2 очка. Ну и вот здесь ошибка в атаке, и ошиблась это Лиза Чернышова, врезалась в атаке, в атаке заработала, и будет теперь шанс у Черноморочки сравнять счет, Зотина справа. Но к воротам прорывается Джокер. И Алина Сивовалова очень пластичная, просто как нож сквозь масло проходит сквозь соперников и сравнивает счет матча 8-8, 4 минуты позади. Очень равная игра у нас. А в воротах Черноморочки смена. Вместо Елизаветы Дьяченко в игру вступает Валерия Пыжикова. Две Леры теперь в воротах. С одной стороны Пыжикова, с другой Морева. Обе претендовали на попадание в состав сборной России, чтобы поехать на игры БРИКС. С внешней стороны в сетку попадает этот мяч, так что музыку включили рано. Все-таки нет гола у Черноморочки. Счет остается прежним 8-10. Близится к середине первый сет. Все очень напряженно. Пока что только минимальное преимущество у одной из команд. И не попадает здесь в ворота Татьяна Гульцева. Перекладина звенит. Будет звенеть, видимо, в ушах Татьяны Гульцевой. Но счет остается прежним. Десять-10. И не успела Валерия Морева поразить пустые ворота, успела уже туда Пыжикова вернуться. Равенство на табло. 3,5 минуты всего остается до конца сета, и пол в атаке зафиксирован. Наверное, если бы Чернышова проатаковала сразу, судьи бы даже не прореагировали, но она так осталась смотреть на них, что они решили все-таки зафиксировать этот пол в атаке. А тут же следует гол. София Панасовская выводит свою команду вперед. 12-10. Очень важный мяч. Черноморочка выходит вперед. 3 минуты до конца встречи, до конца сета. Но только 2 очка преимущества. Это, конечно, еще ничего. Но Валерия Пыжикова сохраняет эти 2 очка. И будет шанс увеличить преимущество до 4. Здорово вступила Лера в игру. Стрельцова сейчас на правом краю. И перекладина выручает МГА. Уходит мяч за пределы корта. И есть снова шанс у МГА сравнять счет. Очень напряженная игра, очень напряженный сет. Кто заберет его за собой, кто оставит
Юрченкова, наброс, неудачно, и не успевает Вика поменяться, ну и бросок следует в ворота неточный, мяч у Валерия Моря, будет еще одна попытка поатаковать у МГА. Теперь не Юрченкова, а теперь у Сольцева джокером, и совсем мало времени. Пока еще не было сегодня разыграно золотого гола, но когда-нибудь, видимо, до этого все-таки дойдет. 30 секунд остается, 12-10. И только свободный. Совсем чуть-чуть времени остается у МГА. Бросок и мимо. В воротах. В руках вратаря Валерии Пыжиковый мяч. И Черноморочка оставляет за собой этот сет. Ставит точку. Элина Сивовалова в этом сете. 14-10. Уверена, Сивовалова забрасывает. 45 секунд еще осталось. Ну а Вика Юрченкова сокращает отставание, тут немножко Виктор сбил меня. Все-таки еще есть время у МГА отыграться, но уже сложно это сделать, когда минус 4. А тут еще и Гульцева промахивается, и 16-12 остается счет, Черноморочка впереди. Никуда не спешит Пыжикова, опытный игрок. 10. Понимает, что ее команда впереди. 10 секунд. Нужно просто спокойно довести до победы. Бросают за ворота. Ну а уже спасти ничего у МГА не получится. Первый сет остается за хозяйками этого тура. 16-12. С таким счетом одерживает победу Черноморочка. Ну, как я уже говорила, второй сет — это совсем другая история. 0-0. И если МГА удастся победить, то все закончится, как всегда, булитами. В первом своем матче москвички до булитов довели. Посмотрим. В тот раз первый сет остался за академией, и булитам они были не рады. Но сейчас, конечно, булиты станут радостью, потому что первый сет проигран. Совсем немного времени до второго сета, так что не переключайтесь. Сейчас буквально минутку наставники внесут свои коррективы, девчонки попьют водички и тут же вернутся. Чудесная барабанщица на ваших экранах, все на высшем уровне в Анапе, есть музыка, есть песок, солнце, красивые девчонки играют в гандбол, что еще нужно. Ну и болельщики Черноморочки на ваших экранах. Второй сет, Шанова и Нефедова будут разыгрывать вбрасывание, и выигрывает его в этот раз Черноморочка. Напомню, в первом сете вбрасывание осталось за МГА, но в этот раз команда из Новороссийска
начнет эту атаку. А вот бросить не получилось. Проатаковала Виктория Величко и не сумела реализовать свой момент. Так что теперь есть шанс у МГ отличиться. И делает это Дарья Андрианова. Валерия Пыжикова, кстати, начала в рамке этот сет. И вот еще и... Еще одно очко, правда, без пируэта, поэтому... А, нет, прошу прощения. Да, действительно, все правильно, это на табло у нас. Ошибка, действительно, Шанова бросала без пируэта, поэтому только одно очко засчитано, но... Решила Настя проатаковать так, решила с места в карьер начать этот сет. И вот 3-0 МГА повел, еще и отзащищался, и имеет шанс уйти на плюс 5. Влада Усольцева, ну а здесь Валерия Пыжикова против. Валерия Пыжикова не намерена второй сет отдавать, и буквально с 6 метров простреливала ее Усольцева, но Пыжикова эту дуэль выиграла. Счет прежний 3-0. Пока что без голов во втором сете Черноморочка, но сейчас постарается исправить это. И делает это Элина Сивовалова 3-2. Гол Джокера. Сивовалова, конечно, шикарно обыгрывает. Для Джокера классное умение. Ну а МГА продолжает крутить комбинации и делает это успешно. 2-5. Елизавета Чернышова отличилась. 2-5. Не прошел этот пас. Атаковала Настя Зотина, но вышло неудачно. Счет остался прежним. Впереди МГА. Надеется МГА перевести все в булиты и снова продемонстрировать умение их реализовывать. Правда, в матче против Краснодарского края буллиты завершились не в пользу москвичек. Посмотрим, будут ли они в этом матче и как завершится серия, если да. Но пока что это еще далеко, позади только 3 минуты. А тут еще и сокращается отставание. София Панасовская, 4-5. Ну и тут же быстрый ответ, и быстрый ответ неудачный. В штангу мяч приходится, счет остается прежним, 4-5, и все шансы у Черноморочки выйти вперед. Но нет, Панасовская поспешила, и не получилось проатаковать, мяч остался во вратарской. Счет остался 4-5. Влада Усольцева сейчас в качестве Джокера мчится к воротам и переигрывает Пыжикову. 4-7. Ну а мы следим за атакой Черноморочки. Панасовская пойдет атаковать сама. Но нет, продолжается атака. И вот он гол. 6-7. Стрельцова буквально с центра расстреливает ворота Валерии Моревой. И только минимальное преимущество, причем совсем минимальное, 6-7. Прошло 4 минуты второго сета. Юрченкова теперь вышла как Джокер. 4 минуты позади. Близится к середине второй сет. А все, опять очень равная игра. Бросок Юрченковой какой получился. Точно в девятку. Как Пыжикова не тянулась, дотянуться, конечно, не смогла. Ну и тут же быстрый ответ. Буквально нокаут от Анастасии Зотиной. 8-9. А Пыжикова вышла как можно дальше, сократила угол обстрела и выручила свою команду. Есть снова шанс у Черноморочки выйти вперед. 8-9. Лишь минимальное преимущество у МГА. И делает это Черноморочка. Забрасывает Елена Стрельцова, лучший бомбардир Черноморочки. Теперь 10-9, уже Черноморочка впереди. 5 минут позади, но все еще очередь на тоненького. И как и в прошлом матче, 5 минут позади и сразу смена в воротах у Черноморочки.
Чернышова забросила, и тут же еще и МГА защищался. 10-9, теперь уже москвички впереди, а в воротах черноморочки Елизавета Диченко. Валерия Пыжикова свой отрезок отыграла, вторую пятиминутку первого сета и первую второго. Отыграла, кстати, здорово, Пыжикова действительно очень помогает черноморочке, очень несколько раз здорово выручила. Ну а Юрченкова разбросалась, второй подряд вот такой забрасывает, и плюс 3 для МГА, 13-10, москвички впереди. Ну и тут еще и Морева включается, бросок Виктории Величко, парирует вратарь Московской гандбольной академии. 4 минуты до конца. 10-13, плюс 3 для москвичек, если, конечно, сейчас забросят. Будет уже чувствовать себя комфортнее. И делает это Джокер. Джокера сейчас играет капитан Влада Усольцева. 10-15, плюс 5. 3,5 минуты. Очень важно сейчас черноморочки забросить. И делает это Элина Сивовалова. Ну как же она пролезает между соперниц. Очень пластичная гандболистка. 12-15. 3 очка. Впереди все еще МГА. Но первый сет остался за черноморочкой. Юрченкова в этот раз атаковать сама не стала. Получает снова мяч. И в этот раз пас в центр не прошел. Но нет, оставляют мяч Московской гандбольной академии. Посчитали, что там в ногу кому-то из гандболисток черноморочки мяч угодил. Продолжается атака МГА. Взмахивает руками наставник черноморочки. Но это уже никто не видит, потому что Влада Усольцева забрасывает. 12-17. Зотина нашагала, и поэтому уже не было простора для того, чтобы выйти на бросок. Так что продолжила атаку передачей. А здесь как здорово! И как же не попадает с линии-то! На ваших экранах это была Алина Сергеенко. Казалось, убойнейшая позиция. Просто бросай и забрасывай этот мяч, но не попадает она в ворота. Счет остается прежним. 12-17. 2 минуты. А тут, кстати, Валерия Пыжикова вернулась в ворота. Не пошло почему-то у Елизаветы Диченко. И Пыжикова занимает место в рамке. Но и она выручить не сумела. Отрыв МГА уже становится велик. Ну и тут же сокращает отставание быстро черноморочка, но все еще 5 очков отставания. В атаке МГА. Время сейчас работает на них. Поэтому никуда не спешит московская команда. Ну и уже за один забрасывает. 14-20. Но черноморочка сдаваться-то не планирует. И быстро забрасывает Елена Стрельцова. 16-20. До 4 очков сокращает это отставание. 16-20, последняя минута. 16-20 и последняя минута. Но 4 очка преимущества у Луча, ну точнее Московской гандбольной академии, конечно. Это многовато. Ну и тут еще и Вика Юрченкова зарабатывает пенальти за 45 секунд до конца. Зотина удалена. Ну а бросать пойдет Влада Усольцева против Валерии Пыжиковой. 46 секунд остается. И точна Влада, 16-22, ну понятно, что уже за 40 секунд отыграться не выйдет, так что нас ждет очередная серия булитов, вторая за сегодняшний игровой день, причем вторая с участием Московской гандбольной академии. Видимо, не могут москвички побеждать уверенно, обыгрывая соперников 2-0. Не могут без булитов. Ну, впрочем, пока что они, в принципе, не могут обыгрывать соперников. В первом матче они вступили.
Так что посмотрим, как завершится эта серия буллитов. Но пока что тайм-аут берет Александр Романов. 11 секунд до конца, плюс 4 москвички ведут, так что, в принципе, тайм-аут уже больше о буллитах, наверное. Осталось 11 секунд, 18:22 впереди Москва. 18:22 впереди Москва. 10. И еще она же с мячом. И всего 10 секунд до конца, 5. Так что, в принципе, все понятно с этим сетом. Но все-таки до конца борется Черноморочка, сокращает до 3 очков. Но на этом все. 19-22. Плюс 4 выиграла Черноморочка в первом сете, плюс 3 во втором сете выиграла Московская гандбольная академия. Но это ничего не имеет значения, разница. Нас ждет серия буллитов. Как всегда, самое интересное, самое красивое, самое лучшее, что может быть в пляжном гандболе. Так что запасаемся нервными клетками. И с удовольствием следить. Ну, кстати говоря, в первом туре также команды сыграли, выиграв по одному сету, довели до буллитов, и тогда Черноморочка была сильнее. 2-1 одержана была та победа. Ну и тут переиграна Анастасия Шанова, 2-0. Первой начинает Елена Стрельцова и не промахивается. Сблизилась с ней Шанова, но Лена на широких шагах обошла защитницу и переиграла, попала в ворота. Первый буллит команды Московская гандбольная академия — Дарья Андрианова, номер 1. Даша Андрианова будет бросать этот буллит вместе с Валерией Моревой. Не выходят Дещенко из ворот, Андрианова, и не может забросить, не может переиграть Лизу Дещенко. Лиза — королева буллитов. Счет остается прежним, 2-0. Ну и теперь Елизавета Дещенко занимает место распасовщика. Второй буллит команды Черноморочка — Виктория Величко, номер 1. А ко второму буллиту готовится Виктория Величко. Дещенко на Величко. И в воротах мяч. Морева бессильно. 2-0. 4-0, прошу прощения, до этого Стрельцова реализовала, теперь Величко, 4-0, конечно же.
И теперь идет реализовывать Татьяна Гульцева. Ну а Диченко остается в воротах, почему бы и нет, если первый она раз выручила, то и второй сможет. Морева на Гульцеву. И каким просто медведем Диченко отражает. Просто буквально такой, как баскетбольный защитник, заблокировала этот мяч. И счет остается прежним 4-0. Два булита уже сыграны. Пока что все в пользу Черноморочки. Ишанова остается в воротах. Защитник будет отражать этот мяч. И в воротах мяч Шанова бессильно. 6-0. Если сейчас не забрасывает команда МГА, то Черноморочка одерживает победу. Влада Усольцева, номер 4. Влада Усольцева идет, ну, против все той же Елизаветы Диченко, королева булитов. Почему нет? Кто еще тут нужен? Мяч у Моревой. Пас. И вот он, первый гол от МГА. Точно оказалась Влада Усольцева, 6-2. Но все еще, если Черноморочка забрасывает, она одерживает победу. Алина Толстокорая будет решать этот булит. Валерия Пыжикова отдавать ей передачу. И парирует Василиса Осачева. Именно она заняла сейчас место в воротах. И она команду выручила. Четвертый булит команды Московская гандбольная академия. Номер 10 Мария Гульцева. Ну и теперь Мария Гульцева. Все еще, если МГА не забрасывает, то команда проигрывает эту встречу. Но не сейчас. Пока что МГА сохраняет шанс. Шесть-четыре. Впереди Черноморочка и решающий булит. Если сейчас забрасывает команда из Новороссийска, то она одерживает победу. Анастасия Зотина, номер 14. Анастасия Зотина, кому как не ей. Просто звезда, королева пляшки. Ждем. Точно, Зотина. Знает, конечно же, Настя, что достаточно одного очка было, 6-4, забрасывает Настя, 7-4 итоговый счет, и Черноморочка одерживает еще одну победу, 2-1. Конечно, она получилась сложнее, чем в первой встрече, но 2 очка все еще в копилке. Поздравляем Черноморочку с этим успехом, Московскую гандбольную академию призываем не расстраиваться, хоть это и вторая проигранная серия в булитов за день. Ну, видимо, нужно тренировать этот компонент еще больше. Ну а мы ждем еще один очень классный матч. Краснодарский край встретится с командой из Волгограда, с Динамо. Очень будет интересная встреча, так что не переключайтесь. Мы продолжаем наш гандбольный день. И, конечно же, вас ждут сейчас послематчевые комментарии игроков и тренеров. Девочки, уберите за собой, пожалуйста, пустые бутылки.
главный тренер Дмитрий Лутько. Две игры, две победы. Какие ощущения? Ощущения хорошие, но немножко тяжелее сложилась вторая игра, чем первая. В первом периоде второй игры достаточно легко справились, но во втором немножко в защите не справились с их джокером. Но в конце игры по буллитам наш вратарь Диченко Елизавета сделала пару спасений, и, собственно, мы выиграли. Продолжаем в таком же темпе. Завтра второй день матча. Какие ожидания от команды? Легких игр точно не будет, в дальнейшем только тяжелее, но мы не собираемся сдаваться, мы сюда приехали только за победой. Желаем команде Черноморочки удачи. Спасибо вам большое, спасибо большое болельщикам, что вас поддерживают. Спасибо. Екатерина Нефедова, как ощущения после игры? Тяжелая была очень игра, мы очень устали, все эмоции оставили на этой игре, нам нужна была только победа. Хотели победить, с долей везения выиграли этот матч. Как считаете, все ли получилось, все задуманное? Нет. У нас не все получалось, в защите мы чуть-чуть провалились. Спасибо вратарям, помогали в ответственный момент. А так будем работать, исправлять ошибки, надо выигрывать всех дальше. Завтра удачи вам. Спасибо большое. Главный тренер Александр Романов. Что считаете, что не получилось в данной игре? Я считаю, что игра была достойной соперников, и она была практически равная. В первом сете очень много не забили своих чистых верных бросков. Во втором собрались, выиграли, но вот забей в первом сете, и вопросов не было. Причем сами, никто не мешал, даже не вратари отбивали. Сами штанги попали 3-4 раза, мимо 2 раза. Забей 2 раза из этих, из 6, и все. А буллиты — это опять очередная серия. Кто забил, кто не забил. Лотерея. А на завтра какие у вас планы? На завтра планы порвать ЦСКА сначала. Вот. Ну, потом уже Волгоград. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Морева Валерия. Как считаете, что не получилось в последней игре? Немножко, видимо, не хватило собранности. Или сложно вообще сказать, чего не хватило. Видимо, где-то не хватило собранности, характера, удачи и тренировок. Будет больше тренировок, будет лучший результат. Мы желаем вам завтра удачи. Удачи желают неудачникам, но спасибо.